Встречайте, Татьяна Навка и Вилла Хапасалу. После блестящего предыдущего выступления, конечно, сложно кататься, тем более, когда звучит такая серьезная музыка, как из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, a voulu monter vers les étoiles. Кому-то и сложно кататься после максимальных оценок предыдущей пары, но только не Татьяне с Вилле. Поймал себя на мысли, с одной стороны, что, мне казалось, выступают два профессиональных фигуриста. Настолько хорошо катался Вилле. Но всегда здорово катается на высочайшей скорости. С другой стороны, партнерша Татьяна проявила незаурядное актерское мастерство.